Несмотря на череду скандалов, Соединенные Штаты не забывают об Украине. 150 миллионов долларов на военные нужды Киеву предлагает выделить Конгресс США. Такую сумму заложили в проект оборонного бюджета страны. Впрочем, если деньги выделят, их по-прежнему нельзя будет использовать для поставок переносных зенитно-ракетных комплексов. Но средства могут потратить на военное оборудование, летальное оружие и на подготовку кадров.